Украинские силовики участили обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки зафиксировано 43 случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР. Артиллерийским атакам с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия подвергся Донецкий аэропорт, поселок Жабичево, а также село Спартак и северные пригороды Горловки. Напомню, очередной уже 7-й по счету режим тишины действует в Донбассе с 14 января. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе контактной группой в Минске. С сентября прошлого года принято уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.